Сегодня один из национальных праздников Чувашии – День государственных символов. Соответствующий закон о гербе, флаге и гимне республики был принят в 1997 году. Закон гласит, государственные символы Чувашской республики – достояние народа. Его высшие святыни – охраняемые и защищаемые государством. В дореволюционные времена, когда Чувашии как таковой не существовало, в ходу был герб Казанской губернии. С установлением советской власти на всех документах стали печатать российскую символику, а на демонстрациях выносить красное знамя. Впервые собственные герб и флаг появились у Чувашии в 1926 году. Их разработал ленинградский художник Петр Мартенс. Правда, просуществовали они недолго. Уже в 1938 году национальные узоры убрали с изображения. Осталась только надпись «Чувашская АССР». И лишь в 1992 году художник Илья Юрьев создал принципиально новые гербы флаг республики, первым в России решившись использовать элементы национального узора как геральдическую символику. Кстати, он автор и ряда гербов чувашских городов, начиная с Чебоксар. Тогда же впервые стал вопрос о собственном гимне Чувашии. В конкурсе победила песня о родине, написанная Германом Лебедевым на стихи Ильи Семенова-Тукташа еще в 1945 году. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, «Республика».